Всебелорусское народное собрание это как раз-таки современные вещи, где опять-таки стратегические mm -hmm. вопросы и задачи решаются сообща, начиная от президента, правительства, как вы сказали, заканчивая э, представителями различных э, отраслей экономики, различных э, представителей э, власти различных общественных объединений, с различных уголков нашей страны. Все собрались для того, чтобы принимать жизненно важные решения. И вот я был свидетелем президента, один голос. Да, То есть он, да. он такой же делегат, как и все остальные на этом вече, он так же, как и другие, практически стоял в очереди, чтобы в частном случае провести тайное голосование. Вот. И у меня закономерный вопрос при этом нашим критикам Запада. А это ли не образец де действительно демократии?